Февральские квитанции верны. Прокуратура района проверила начисления за коммунальные услуги. В прокуратуру Колпино в феврале и марте поступило большое количество заявлений от граждан, недовольных цифрами, которые они обнаружили в квитанциях. Сотрудники ведомства проверки по начислениям провели, но нарушений не выявили. Все дело в январских холодах. В данной ситуации перерасчет мог бы иметь место в случае так называемых недотопов, когда температура в доме ниже допустимой. Есть ряд технических моментов, по которым может гражданин получать услугу отопления и горячее водоснабжение надлежащего качества, в связи с чем необходимо с письменным заявлением обратиться в свою управляющую организацию. Получив такое заявление, управляющая компания должна зафиксировать нарушение, составить акт и на его основании произвести перерасчет.